Я считаю, что красота – это понятие создаваемое. И если можно себя скорректировать так, чтобы это было красиво, это хорошо. Просто очень у многих это началось наркотическим таким опьянением, когда больше и больше и больше – это уже нехорошо. Вот когда это норма – это здорово. Когда не норма – это не здорово.